В Актюбе сотрудники больницы не успевают перевозить кислородные баллоны для пациентов с коронавирусом. Волонтеры организации «Антиковид-2019» пришли к ним на помощь. Ежедневно они помогают с доставкой почти 1000 кислородных баллонов в 4 лечебных центра. Они выгружают наполненные кислородом баллоны в больницы и забирают пустые. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, в наркодиспансер, который переоборудовали для приема пациентов с COVID-19, привозят десятки кислородных баллонов. В больнице эти баллоны размещают снаружи, либо под окнами палат. Сотрудники Актюбинского COVID-центра говорят, что им не хватает рук для перевозки баллонов. Сонтан енді бұл жігіттердің еңбегі зор, ойдай көмегі тиіп атыр қазір. Расход сол больнойдың келуіне байланысты да, ауыр отқандар. Қазіргі уақытта енді адам көп, баллонда көп кетіп атыр да, ем алу. Один баллон, наполненный кислородом, весит около 90 килограммов. Ернар Кужаниязов – один из волонтеров, решивших помочь с перевозкой баллонов. О том, что пациентам в больницах нужна помощь с кислородом, он узнал в соцсетях и решил стать добровольцем. Адам жетіспей жатыр. Қазір көбісі адам бәрі жұмыста, мен қазір бос жатқасын көмекке жүгінуға шықтым. Кішкентай болса да қолымнан келген көмегім деп беруге. Жұмысыңыз бар ма? Жұмысым бар. Таксиде істеймін. Күтінгісімен. По данным Управления здравоохранения Актюбинской области, с середины июля в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Среди болеющих много детей. Ежедневно коронавирус диагностируется у 50-60 из них. В области 20 COVID-центров, которые, по последним данным, заполнены на 70%.